Омская полиция проверит владельца маршрутки, а также мужчину, который сел за руль в неадекватном состоянии. Мужик, все нормально? Мужик! С тобой что? Мужчина делает движение, характерное для человека под воздействием наркотиков. На видео просматривается госномер автомобиля и маршрут 120. Микроавтобус припаркован у одного из торговых комплексов Омска, поэтому факт управления в состоянии опьянения не зафиксирован. Однако полиция проводит проверку, уже установили владельца маршрутки. К данному предпринимателю и водителю будут приняты меры профилактического и административного воздействия. А сейчас проводится проверка и будет установлено лицо, которое управляло данным транспортным средством. Если в последующем будут установлены признаки опьянения у водителя данного маршрутного транспортного средства, соответственно, к нему будут незамедлительно приниматься меры административного воздействия. Напомню, за езду в состоянии опьянения законом предусмотрено лишение водительских прав на срок до 1,5 лет и штраф 30 000 рублей.